Это важно. Новость взята из открытых источников. 6 июля 2020 года. МКРУ. Ученые зафиксировали катастрофическое усиление жары по всей Земле. Глобальное потепление набирает обороты. Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса зафиксировали усиление частоты и силы волн жары по всей Земле, сообщается в журнале Nature Communications. Это свидетельствует о колоссальных климатических изменениях. Ученые подсчитали, сколько дополнительного тепла с собой приносит жаркая летняя погода. Так, сумма градусов выше климатической нормы в Австралии составила 80, а в Средиземном море — 200 градусов Цельсия. Такой же эффект наблюдается и в Сибири. Причем было обнаружено не только усиление волн жары, но и их учащение. Данный процесс длится уже 70 лет. Но сейчас он начал становиться более интенсивным. В регионах Земли кумулятивное тепло, превышение нормы, за десятилетие составляет примерно 1-1,5 градуса. На Ближнем Востоке, Африке и в Южной Америке этот показатель составляет около 10 градусов. Это связано с удлинением жарких периодов, но в указанных регионах увеличение интенсивности не наблюдается. В некоторых регионах, в районе реки Амазонка, Западной Азии и Средиземноморья, происходят более интенсивные изменения в волнах тепла, а в Южной Австралии и Северной Азии этот процесс происходит куда более медленно. Австралийские ученые подвели итог – глобальное потепление усиливается. От него пострадают страны с неразвитой инфраструктурой, и это приведет к серьезным последствиям.